Друзья, привет! Наконец-то я вернулась. Сегодня снимаем фикс-прайс на Калантай 24, привычный нам адрес. Это город Санкт-Петербург. Как же удивилась, когда на входе увидела витрину уже к 14 февраля. Давайте скорее рассматривать. Такая минажница, называется «Любовь». Смотрите, тут отделение в виде сердечек. Сделано из МДФ, цены пока что не было. Думаю, что не дешевле 200, наверное, 250, может быть, 300. Понравилась вот такая декорация, светящаяся, называется «Любовь». Сделана из МДФ, веревка оплетена такой ниточкой диодной. Гирлянда тут работает от двух батареечек. Размер декорации 22 на 5 на 12 сантиметров. Стоит, наверное, будет 300 рублей. Формы для выпечки в виде сердечек разных расцветок, но силикон очень тоненький. Очень плохо держит форму, то есть практически не держит. Смотрите, как я его даже держать тяжело. Цвет сиреневый, розовый, вот такой малиновый и оранжевый. Как обычно, в коллекции есть блокнотики с ручками. Набор подарочный, блокнотик тут в текстильной обложке. Внутри 80 листов. Сердечко из пайеток на обложке красивое. И в комплекте идет ручка. А расцветки обложек есть разные. 300 рублей светильник в форме сердца, и в комплекте идет маркер специальный, чтобы писать послание на светильнике. Идея, конечно, классная. Карманные зеркала с разными милыми рисунками, с котиками. Размер 6,2 на 9,5. Блокноты с нежными расцветками, такие милые рисунки романтичные. Есть закладочка. Плотная обложка и внутри 64 листа. Фоторамки пластмассовые, по контуру сердечки. И есть вот такой рисунок, перышко. Можно оставить эти рисунки или свою фотографию вставить. Размер 10 на 15. Фоторамки ставятся на стол или же можно подвесить на стену. Есть подвесы. Такие большие фоторамки на 4 фотографии. 2 прямоугольные, сердечко и овальное. 13 на 12 сантиметров, 10 на 15. Есть подвесы, фоторамка пластмассовая, цены нет, наверное, 200-250 будет стоить. Фоторамка для двух фотографий 10 на 10 и вот такая небольшая в сердечке. Ставится на стол, сделана из дерева, стекла, бумаги, джута, картона. Нашла два варианта дизайнов. Цены не было, наверное, 200 рублей будет стоить. Следующий вариант фоторамки. Снизу надпись «Любовь» и три рамочки. Слева сердечко с короной, овальное и квадратное. Эта фоторамка ставится на стол, с обратной стороны есть ножка. Как обычно, мягкие игрушки, есть небольшие мишки по 99 рублей. Привезли ароматизированные маленькие свечки чайные в форме сердечек. И посмотрите, какие симпатичные кружки привезли с котиками. Разные рисунки. Сделаны кружки из фарфора, объем 380 мл. Рядом вот такая интересная декорация. Оказывается, это не просто украшение и бумажки в банке. И это банка с пожеланиями. Там 15 штук. Интересная идея и смотрится тоже симпатично. Симпатичные свечи в форме сердца. 2 штучки. Свечки-мишки. И 200 рублей вот такие зажимы для бумаги в форме сердечек. В коробке 12 зажимов и сделаны они из стали. Давайте посмотрим, что выше. Наклейки 55 рублей. И вот такие фоторамки в форме сердечек. Они сделаны, видите, как паровозик. 3 штуки висят друг за другом на ленточках. Сделаны из дерева, стекла, полиэстера. И цена невысокая, 149 рублей. Декорация в виде сердечка. Ловец снов, 249 рублей. Снизу перышки с бусинками. И сверху красивое сердечко, такое ажурное. Декоративные прищепочки для подарков. Еще куда-то можно для скраббукинга. С единорожками, с кактусами. Цены пока что нет. Небольшие кошелечки разноцветные. Тоже, по-моему, были похожие в прошлом году. Для мелочи, для каких-то резиночек, заколочек. Думаю, можно придумать. Следующая блестящая красота – это сердечко в виде зеркала. В комплекте идет расческа. И сердечко с такой кисточкой еще. 2 шарика фольгированных, 79 рублей.
Такие шарики есть разных расцветок. Небольшие металлические закладки. И декор такой, на цепочке висит кактус, например. Конечно же, в продаже есть открытки Валентинки. Стоят они теперь 6 рублей 10 копеек. Посмотрите, какие милые кролики, кошечки. Сверху красивые подарочные коробки в форме сердца. Декоративные сердечки на палочке 79 рублей. Упаковочная бумага и рядом мишки. Вот такие большие мишки. Цены пока что не было. Наверное, рублей 250, может быть 300. Хорошо сделаны, разных приятных таких оттенков. Мягенькие. На сегодня пока что все вам показала, все, что выложили. Но дальше продолжают выкладывать, так что будем ждать еще более интересных новинок. Кстати, у кассы есть вот такие ручки-кролики. Они были в прошлом году пушистые. Раньше, по-моему, по 77 они были. В этом году стоят уже 99 рублей. Посмотрим другие новинки для малышей. Нашла вот такие рукавички. Возраст 4-7 лет. Посмотрите, какие классные лисички нарисованы. Подойдут на обхват ладони 14 сантиметров. Внутри они вот такие двойные. В составе акрил, полиэстер, эластан и даже есть 6% шерсти. Несколько разных расцветок. Цена 249 рублей. Вот такая красота в сумочках появилась. Меховые небольшие сумки с мордочками, с ушками. Застегиваются на молнию. Есть широкий ремешок. Указаны размеры. Длина ремня 30-57 сантиметров. И размер сумки 19,5 на 16. Внутри одно отделение. Есть подкладка, швы все спрятаны. Несколько расцветок. Цена 299 рублей. Есть тут в продаже сумки на пояс. Вот такие красивые, декорированные. На ремне есть застежка, расцветки разные, цена 300 рублей. Вот такая новинка в канцелярии, это ластик клячка. И в упаковке 3 штуки, и есть для них контейнер. Клячка похожа на жвачку, но пользоваться ей нужно как стирательной резинкой. Обычной, знаю, для художников. Мы покупали в художественную школу такую клячку в специальном магазине, а теперь вот они в фикс прайс. Набор линеечек, 2 штуки, 20 сантиметров. Нет, наверное, 55. И вот такие пеналы антистрессы. Достаточно большие, сделаны из силикона. Застегиваются на молнию и есть ремешок на руку. Расцветки, конечно же, в ассортименте. Пупырки эти нажимаются так, как надо, то есть прям настоящий антистресс внутри. А вот так вот подкладки нету. Цена такого пенала 249 рублей. Опять подвезли ручки-шпионы, разных форм они. Авокадо, лапки, есть трансформеры для мальчиков. Новые подставочки для губок. Теперь они вот такие перфорированные, все хорошо будет просыхать, а то были отзывы, что плесень появлялась. Цены нет, наверное, 99. На этом сегодня пока все. Спасибо вам, друзья, за просмотры и до новых встреч!